технических проблем. Не, ну, эта флешка может не отлететь, если он хочет, чтобы она залетела на Нейвела, имею в виду. Может быть, он ее... Световая. Нет, на мид она пошла, нормально. Even minus today. Вот так вот эта позиция вскрывается, хорошо, и точка отдана. Фишер со своей ВП. Ну, поставь прицел и стой, не дергайся. Куда ж ты? Штыдля точно там же. Левую лестницу смотрит. Хорош, Лишеру. Ну не убирай прицел. Стой, родной. Стой и смотри. Вот насколько, да, играет команда атаки. Вот просто не ожидали его увидеть спину. Но тем не менее, Алишера, вот сколько я не говорил, что он не туда смотрит. В начале раунда, в конце его АВП сыграла и принесло победу в этом раунде. 7-6. Счет. Сделаем их. И next round. Лич упал, пишет. Световая. Да ладно. Да ладно. Ну обновите, попробуйте. Это было бы совсем плохо, если бы Твич упал. Я не вылетел, я на месте. У меня все идет. Обновляйте, возможно, да, траблы какие-то у Твича. Хотя, кому я говорю, если он у вас упал, вы меня не слышите. Все очень плохо, видите? Так, ну и коронная медленная атака от ОВТ. Она приносит свои плоды. Вот бремя лидерства Амто взял. Это уже известно, что он в этой команде координирует. У него как бы все зависит. Просто там люди удивлялись, почему на Анкаре одна игра была, а потом две карты склад другая. Неужели, что ли, не Амто координировал, а кто-то другой на Анкаре? Нет. Написали ОВТ, что да, везде Амто. Ну, теперь я уже вот... когда глаз привык на карт склад, потому что все-таки с Еремией как-то неожиданно было смотреть и в первый раз. Теперь я понимаю, да, вот эта вот медленность. Нет кишки, к сожалению, на карте Анкара, но есть вот мидл для Амто, и он все равно частенько остается последним координировать. Если там у рулов имба может себе позволить и в начале где-то умереть, да, ему легче там, допустим, как заход у нас на точку, а? Хорошо, МС отстреливается с крышки, прыгает. Прыгает, и патроны заканчиваются, лол, лолище, просто лолидзе, зачем, как, почему, что случилось, епашу в кашу, подбирает калаш, где нет патронов, понимает, что это фейл, и из дигла скоп его дорабатывает, ну, конечно, беда, печаль случилась, поднять калаш, в котором нет патронов, какая боль, 7-7, уже проблемы все серьезнее и серьезнее. Вот казалось бы, да, что такого? Выиграть первую половину 6-3 или 7-2. Но каждый следующий раунд сейчас бы для ОВТ был бы уже на ничейку. А потом можно было думать о победе. А так еще до ничей 2 раунда им надо тащить. Очень сложно у них все пока получается. Кто вернется? Что? О чем вы? Я на месте. Это у вас траблы какие-то. Знаю, вы там тупите, ребята. Говорите, что меня нет. Я куда-то вылетел. Я никуда не вылетел. Паника такая. О, вообще. Так, заход у нас на Б. И Штидлис, ребер с тиммейтом, тиммейта сдал, поджал, как бы не дал ему уйти за ребро, а тот еще и что-то откидывал. Ну, надо ждать тиммейтов, хорош фраг. Второго на стрифе, на коротком присаживаясь, Рафаэль, ну, выйди, выйди. Выгляни в окошко, дам тебе немножко. ХП нет у Рафаэля, гоняется там, ой-ой. Просто жесть. И тут спину, конечно, и Штидли уже должны принимать. Еще один раунд ОВТ берут. Разрезали. В чем проблема, я не пойму. Кто тут? Дымовая. Световая. Не, ну главное, люди намашнят на меня, да, не добравшись. Я-то... Это тут. Дымовая. Я никуда не уходил. Дымовая. Я ничего не падал. Наконец-то включили. Но это у Твича там траблы. Что-то падает, ждите, не знаю.
ничем вам помочь в этом плане не могу. Так, смотрим. Поджим у нас от скопа и тудей, а тудей ложится за коробками. Скоп не пошел выпрыгивать из короткой. Стоит со своей АВП. Контролит, дистайм ловит, не поймал одного. Ну, было это важнецки убить его, но, к сожалению, и не стал стреляться дальше. Выбирает неожиданную позицию. Ну, если вы страбл, ладно, запись посмотрите, что там с твичом, я не знаю на самом-то деле. Санкции наложили. Тоже возможно. Так, Лишер МС встречают Б. МС живет, Лишер дальше стоял, ХП уже больше потерял. Минус Эштыдли. Где вот ты подскочил? На миду. Закрывается дымами респа и втроем аж в пятерых. Ну, у Рафаэля, как всегда, в принципе, лол хп, но это не поможет. Дефу особо остается последний скоп, минус он. На ничего ВТ выходят. Молодца. 9-7 у нас счет получается. Ну, два раунда до ничьей, в принципе, ХСП, если сейчас соберутся, то все может быть на самом-то деле. На самом-то деле все может быть. Так, опен у нас. А туда я все-таки добился своего на лонге. Нет, не на лонге, вот где умер. Уго. Туда я такой думает, лонг не получается, пойду-ка я мидл выйду. Ну и поймал вообще просто вот. Паша не понял, что произошло. Не понял абсолютно. Ну, медленный лонг. Медленный лонг от атаки. Толстая с разменом. Бомба здесь же. 3 в 4. Но это команда ОВТ. И не факт, что они пойдут на А. Надо смотреть перетяги. МС Элишер у нас на А. И пытается туда и спину закрывать. Он стоял. Как стоял на меду, так и стоит. Минус он. 3 в 3. Все очень хорошо для ОВТ становится. Скоп следующий на спине торчит. Ну вот не дергаться, просто на позицию прицел поставить. Если ты на такую длинную, зачем с калашом тогда, непонятно. Стоял же с АВП, господи. Ну, по крайней мере, спалил инфу, что у нас точка А будет, вперед выходить не будет. Или будут сдавать скопа. Подтягивается атака потихонечку, возвращается к точке А. Скоп не колдует, не идет спину закрывать. Вот так вот будет разрезать, и бомба сюда идет. От Невилла дропается бомба, размен опять. Здесь можно было, конечно, помочь уже скопу. Но решили стоять до последнего. Время терпит. Или шер минус. И ям то последний. И что неудивительно, собственно, походу будет 9-8. И вот сами себя так и загоняют в непонятности. Да, 9-8. Сейчас, я все-таки должен в чат написать. Потому что... Нет, я не должен в чат написать. Ладно, не буду ничего. Лол. Так, ну что, увидим мы ничью, или это все-таки будет потная победа ОВТ. Решили они точку Б брать, она у них получалась, она у них наиграна, четкий дым на респу, уже трое от деф остаются, один идет через нижнюю, скоп пытается работать на подъеме, делает в полублайнде. Минус, и пока что не запустил. Запустил вот теперь одного вместе с бомбой на балкон. Тиммейты разменятся, у скопа абсолютно нет хп на ближней дистанции. МС остается последний в троих. Ууу, терпит ХСП на последнем раунде. Кошмар, ужас просто. Ой, просто вот. Ну, пытается здесь выжимать из лимона сок каким-то образом МС. Да. Пошел в близкую. Ну, его сейчас будут разводить с двух сторон. Минус МС. Поздравляю с победой ОВТ. На этот раз действительно победа ОВТ со счетом 10-8. Потно, но взяли. 4 очка у них теперь становятся. Прыгают они и делят теперь четвертое место. А, кстати, по разнице-то нет. На пятом они становятся у нас.
Потому что по разнице раундов хуже у них дела. Сейчас будем считать. 10-8, то бишь плюс 2. Было у них.